а не отправится ли нам сейчас в захватывающее путешествие в мир современных инновационных технологий. Сегодня мы продемонстрируем вам самую ошеломляющую и умопомрачительную технику, которая произвела революцию. От массивных механических исполинов до передовых технологических решений эти впечатляющие изобретения находятся на новом уровне. Самые потрясающие механизмы, о которых мы сегодня расскажем, поразят ваше воображение. Готовы? Тогда полный вперед! Обратите внимание на специфику работы этой гусеничной системы. Используя различные варианты адаптеров, есть возможность приспособить такую систему ко многим моделям комбайнов, что может обеспечить плавность хода, повысить надежность, экономию топлива, создаст максимальный контакт с почвой и возможности для очень высокой проходимости. Какой фермер овощевод не мечтал бы одержать победу над сорняками, не прибегая к использованию ядов? Но компания FarmDroid это удалось. Братья-фермеры из Дании изобрели машину-робота, которая на это способна. И это далеко не все. Она умеет сажать семена и работает на солнечной энергии. Так что никаких расходов на топливо и пестициды. Компания Nio Technologies выпустила новую версию робота TED для обработки виноградников. Эта машина теперь оснащена приспособлением для навесных агрегатов, а мощность ее двигателя возросла. Концепция и дизайн платформы были продуманы таким образом, чтобы максимально увеличить безопасность ее работы. Внедрены такие функции, как замедление хода перед препятствием и резкая остановка при контакте с ним. А также установлена система оперативного дистанционного управления. Компания John Deere разработала полностью автономную электрическую сельскохозяйственную машину, которую уже называют трактором будущего. Электрификация становится все более важной темой для производителей сельхозтехники. Ключевым аспектом этой стратегии является самостоятельное использование электроэнергии. Это делает фермеров независимыми от роста цен на топливо. FarmBot Genesis – робот для выращивания растений в теплицах, осуществляющий посев, полив и прополку. Он обнаруживает сорняки и способен производить сканирование рабочего участка. Машина представляет собой металлический каркас, оснащенный тележкой для сменных насадок для посева семян, полива и удаления сорняков. Пластиковые части конструкции изготавливаются на трехмерном принтере, а управление роботом осуществляется с помощью микрокомпьютеров. Это чудо техники способно обеспечить овощами семью из четырех человек. Автономные роботы-перевозчики грузов серии IS, разработанные компанией AutoAgri, отличаются от себе подобных машин наличием электрической трансмиссии и вспомогательной гидравлики. Техника оснащена специализированным средним креплением стандартной трехточечной навески. Робот способен перевозить грузы весом до 2 тонн. Все четыре колеса являются ведущими и могут поворачиваться на 360 градусов. Это дает машине максимальную навигационную гибкость, возможность двигаться во всех направлениях и поворачиваться вокруг своей оси, в том числе ездить по сложной местности. Swagbot – это настоящий робот-пастух. Он предназначен для наблюдения и выпаса сельскохозяйственных животных. Это электрическая наземная машина, способная двигаться по холмистой неровной местности, избегая естественных препятствий – деревьев и камней. Робот особенно полезен для мест удаленного выпаса, так как может использоваться в опасных для фермеров районах. Сельскохозяйственный робот Sweeper помогает фермерам в сборе урожая сладкого перца. Он специально предназначен для использования в однорядных системах возделывания стеблей, где плоды не сгруппированы и не закрыты листьями. Важно отметить, что Sweeper собирает только спелые перцы. Робот оценивает плоды при помощи компьютерного зрения и технологии искусственного интеллекта.
Современные технологии сбора фруктов получили значительное развитие в последние годы, подарив фермерам эффективные и действенные способы сбора фруктов с деревьев. Одной из наиболее популярных сегодня технологий является сбор урожая при помощи специальных машин, разработанных с целью быстрого и бережного сбора фруктов, без риска повреждения деревьев или самих плодов. Перед вами автономный опрыскиватель Airbus 4000 третьего поколения. Он предназначен для точного распыления химикатов и благодаря технологии лазерного сканирования обеспечивает оптимальный результат. Лазерное сканирование используется для измерения размеров и пропорций растений. Кроме того, опрыскиватель оснащен интеллектуальной системой управления и опрыскивания, подает нужное количество химикатов в каждую часть установки вместе с оптимизированным потоком воздуха. Этот автономный тягач Magnum ACV, разработанный и построенный американской компанией Case IH. Он оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 370 лошадиных сил. Этому трактору не нужен водитель. Возможно, в недалеком будущем сельское хозяйство вообще перестанет нуждаться в людях. Роботы будут пахать, сеять и собирать урожай на полях. Ропа Евро Маус 4 – новое поколение самоходных погрузчиков-очистителей сахарной свеклы с абсолютно новыми размерами и системой подборки шириной более 10 метров. Приведение машины в транспортное положение, а именно складывание в компактную ширину в 3 метра и общую длину в 15 метров, осуществляется полностью автоматически из кабины одним нажатием кнопки. Компания Trackless Vehicles предлагает турбокомпрессор Buffalo Turbine Cyclone Debris Blower. Эта машина является первой в отрасли воздуходувкой с турбинным приводом. Бомб Cyclone оснащен коробкой передач с прямым приводом, что значительно облегчает ежедневное техническое обслуживание. Высокая скорость подачи воздуха и регулируемое сопло делают бомб Cyclone идеальным решением для различных задач, связанных с уборкой улиц, скверов и парковок. Optimal Opitz 3000 – мощная машина, способная выкапывать деревья диаметром до 90 см при помощи четырех больших лопат. Она оснащена гидравлическим управлением, которое позволяет оператору легко регулировать положение лезвия лопаты в соответствии с корневым шаром дерева. Таким образом, дерево извлекается из земли с минимальным повреждением корней. Двухрядный дисковый рыхлитель Brake T26B используется для работы на самых сложных участках, справляясь с валунами и пожнивными остатками. При работе на участке можно выбрать один из заранее запрограммированных режимов работы в зависимости от изменения условий местности. Brake T26B показывает высокую эффективность на всех типах почвы благодаря широкому диапазону настроек. Подготовка почвы с его помощью обеспечивает саженцам и семенам наилучшие условия для выживания и развития вне зависимости от рельефа местности. Ленточная машина для отлова птицы Apollo Generation 2 – это специализированная машина, разработанная для птицеводческой отрасли. Она предназначена для эффективного и безопасного сбора цыплят и подготовки их к переработке. Машина также предназначена для работы с цыплятами разного размера и веса. Перед вами специализированный комбайн, разработанный компанией New Holland Braut для эффективной и аккуратной уборки винограда. Он предназначен для работы с широким спектром сортов винограда в регионах с различным типом местности. Система встряхивания настраивается на определенную частоту в зависимости от сорта винограда или условий виноградника. С помощью вот таких машин сегодня собирают орехи, оливки и другие фрукты. В этой технике используется комбинация методов встряхивания и всасывания, что способствует качественному сбору плодов и их дальнейшей доставкой в пункты приема. Это значительно сокращает время и трудозатраты на сбор орехов вручную, а также повышает качество собранного урожая.
Канадская компания Dot Technology разработала автономный аграрный робот, который построен на U-образной раме. Робот может оснащаться 9-метровой сеялкой, опрыскивателем шириной штанги 36 метров, оборудованием для внесения удобрений и зерновым бункером. Это позволяет сэкономить более 20% расхода на топливо, рабочую силу и затраты на оборудование. Французский стартап VitiBot разработал робота Bacchus, предназначенного для работы на виноградниках. Универсальный и полностью электрический робот Bacchus может бороться с сорняками, обрабатывать и опрыскивать кусты. Ожидается, что в будущем машина будет выполнять и другие задачи. Отсутствие кабины снижает центр тяжести, что позволяет работать на крутых склонах. Благодаря своим размерам и легкому весу, робот потребляет мало энергии и бережет почву от переуплотнения. Overasian TV1000 – это мощная снегоуборочная машина, способная быстро и качественно расчищать большие объемы снега. Она оснащена мощным двигателем и имеет самоходную конструкцию, что позволяет ей легко перемещаться по сильно заснеженной и пересеченной местности. Автоматизированные машины для сбора чая – это техника, предназначенная для быстрого и эффективного сбора листьев с чайных кустов. Эти машины оснащены передовыми датчиками и алгоритмами, которые могут обнаруживать и отбирать только зрелые чайные листья, обеспечивая качественный сбор. Автоматизированные сборщики чая оборудованы инновационными функциями, такими как регулируемая высота среза, корзины для сбора листьев и система конвейеров, которые транспортируют собранные чайные листья к месту сбора. Degelmann Rock King – это мощный камнеуборочный комбайн, разработанный для того, чтобы легко и эффективно производить уборку камней сельхозплощадей. Он идеально подходит для фермеров и подрядчиков, желающих сэкономить время и деньги, получив при этом максимальную производительность. Машина оснащена габаритным бункером, способным вместить большой объем камней, и барабаном с гидравлическим приводом, который вращается и собирает их. Калифорнийская компания Green Club Farm Services Inc. представила первый в мире автономный опрыскиватель ГУС для садовых работ. Он обладает камерой, которая транслирует то, что видит машина на экран оператора. Система использует передовые датчики и картографическую технологию для создания подробной карты территории, подлежащей опрыскиванию, а затем автономно перемещается по полю, точечно обрабатывая сельскохозяйственные культуры. Fendt Xavier – роботизированная система контроля посева и точного учета. Задача системы Xavier – точное планирование, контроль и документирование посева кукурузы с помощью интегрированных робототехнических блоков и облачных технологий. Спутниковая навигация и система управления данными в облаке позволяет работать круглосуточно, имея постоянный доступ ко всем данным. Измельчители пней Raiko – это мощные машины, предназначенные для быстрого и эффективного удаления пней. Они используются профессионалами в области ландшафтного дизайна, лесного хозяйства и строительства. С их помощью расчищают земельные участки, готовят строительные площадки и придают ландшафту эстетическую привлекательность. Техника Моти – это специализированное оборудование, используемое для коммерческого сбора тыквы. Тыквоуборочный комбайн Моти с гидроприводом привлекает функциональностью, формой и дизайном. В комбайне применена новая патентованная система очистки семян ARS без использования вентилятора. Измельченные тыквенные отходы равномерно выбрасываются на поле для ускорения процесса гниения, благодаря чему поле в оптимальные сроки может быть подготовлено для посадки следующей культуры. Эта машина, разработанная компанией New Holland, представляет собой специализированное оборудование, используемое для коммерческого сбора черники. Проезжая по растениям, она использует набор вибрирующих стержней для стряхивания ягоды с кустов.
Затем ягоды падают на конвейерную ленту, рассыпаются в ящики и транспортируются в зону хранения или обработки. Comptec TopTorn X – это надежный ворошитель компоста, разработанный на основе проверенной функциональности более крупных машин Comptec. Он идеально подходит для небольших и средних операций по компостированию. Эта машина предназначена для переворачивания и аэрации компостных волков, что приводит к более быстрому и эффективному разложению. Очиститель тепличных крыш Top Cleaner – это высококачественное и доступное решение для владельцев теплиц Venlo. Этот аппарат легко удаляет грязь со стекол и желобов, оставляя за собой сверкающую чистоту. Кроме того, он экологически безопасен и не расходует воду. Loftness Quick Trim – это мощная машина, предназначенная для обрезки деревьев и другой растительности. Оснащенная гидравлической стрелой и регулируемой режущей головкой, она может вытягиваться на высоту до 7,5 метров, что делает ее идеальной для обрезки высоких деревьев и труднодоступных мест. Эта машина предназначена для использования в различных условиях. Робот-трактор Exit – это инновационная умная машина, предназначенная для точечного земледелия. Она оснащена передовыми датчиками, технологией GPS и искусственным интеллектом, которые позволяют ей автономно перемещаться и выполнять различные сельскохозяйственные задачи с высокой точностью. С целью обеспечения безопасной работы робот-трактор Exit наделен функциями безопасности, такими как обнаружение препятствий и аварийная остановка. Новый Kun SW – это современная машина, предназначенная для упаковки круглых тюков. Он оснащен усовершенствованной системой управления и удобным интерфейсом, который позволяет легко управлять и настраивать параметры обмотки. На машину установлена прочная обмоточная рукоятка и дозатор стретч-пленки, которые обеспечивают плотную обмотку тюка, защищая от внешних факторов, таких как погода и влага. Представляем вашему вниманию концептуальное автономное устройство, получившее название BaleHawk. Оно предназначено для перемещения тюков с места, где они были сброшены комбайном, на край поля или в зону хранения. После того, как оператор программирует для машины рабочую местность, набор датчиков Velodyne и Seek LiDAR с камерой между ними помогает роботу находить тюки в поле. Сельскохозяйственный камнеуборочный комбайн для квадроцикла – это специализированное навесное оборудование, предназначенное для очистки сельскохозяйственных полей от камней и мусора. Его мощная гидравлическая система и надежные компоненты позволяют работать с породами самых разных размеров и форм, а регулируемые настройки и удобный интерфейс упрощают эксплуатацию в соответствии с конкретными потребностями. GX-XD6 – это самая компактная установка по забиванию свай на современном рынке. Она предназначена для работы в очень ограниченном пространстве и в труднодоступных местах. GX-XD6 оснащена мощным двигателем и гидравлической системой, которые обеспечивают высокий крутящий момент и скорость, что позволяет бурить даже самые твердые грунты и горные породы. Самоходный мульчер LV600 – это универсальная машина, предназначенная для расчистки земель и ухода за растительностью в различных условиях. Оснащенный мощным двигателем и усовершенствованной гидравлической системой, LV600 способен с легкостью удалять густую растительность, деревья и пни. Машина Sphere представляет собой передовую сельскохозяйственную технику, специально разработанную для обработки цветной капусты в полевых условиях. Эта инновационная техника автоматизирует процесс разделения головок цветной капусты на отдельные соцветия, экономя время и повышая эффективность фермеров и переработчиков. Машина оснащена передовыми датчиками и камерами, которые сканируют каждую головку цветной капусты, когда она поступает в машину.
Покосочно-уборочная машина для стевии с бункером – это специализированная сельскохозяйственная техника, используемая для сбора урожая стевии. Стевия – натуральный подсластитель, получаемый из листьев одноименного растения, произрастающего в Южной Америке. Машина использует серию острых лезвий, чтобы срезать растение у основания, а затем транспортирует растение вверх по конвейерной ленте в бункер для хранения. Посмотрите на PlantMax в действии. Машина одновременно производит подготовку почвы и производит посадку саженцев в это же место. В дополнение к возможности подготовки почвы, PlantMax также оснащен рядом других функций, которые делают его универсальным и эффективным инструментом для фермеров и ландшафтных дизайнеров. Тыквоуборочный комбайн Дэвида Боумана – это специализированная машина, которая предназначена для эффективного и полноценного сбора тыквы с полей. Машина использует ряд режущих лезвий и конвейеров для подъема тыквы из почвы с ее последующей сортировкой. Затем плоды очищают и сортируют по размеру и качеству, готовя к хранению или продаже. Эта машина-монстр может выкопать траншею за считанные секунды. Их производит компания Next Trencher. Они могут рыть ямы глубиной до 5,5 метров и шириной до 1,5 метров. Такая техника используется для прокладки водопроводных труб и оптоволоконного кабеля. Машины такого рода – это высокоэффективные и надежные инструменты, предназначенные для быстрой и легкой обрезки живых изгородей и кустарников. Обычно они работают на электричестве, бензине или аккумуляторах и бывают разных размеров и форм, подходящих для разных типов живых изгородей и кустарников. Клаас Кугар 1400 – мощная и экономичная самоходная косилка, предназначенная для работы на больших полях и пересеченной местности. Она оснащена рядом дополнительных функций, которые делают ее популярной среди фермеров и подрядчиков. Машина спроектирована с низким центром тяжести, что способствует повышению устойчивости и маневренности даже на неровной поверхности. Агбот LL – робот, который сам решает, как лучше бороться с сорняками. Он оснащен передовыми технологиями, такими как GPS-навигация, датчики, системы компьютерного наблюдения и многими другими, что позволяет ему работать точно и эффективно. Если робот сталкивается с устойчивыми к гербицидам сорняками, он может избавиться от них с помощью механической лапы или миниатюрной горелки. В 2015 году компания Каппи представила первую версию робота для ухода за посевами Анатис, а в 2019 модель была модернизирована. Автономный робот предназначен не только для механической обработки почвы, но и для постоянного наблюдения за ее состоянием и здоровьем растений, что помогает фермеру принимать более эффективные технологические решения. Lady Bird – сельскохозяйственный робот, созданный для решения проблемы нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве. Он оснащен камерами и датчиками, которые позволяют ему перемещаться по полям и выявлять сорняки. Lady Bird питается от комбинации перезаряжаемых батарей и солнечных панелей, что позволяет ему работать в течение длительного времени без необходимости подзарядки. Агробот E-Series – это инновационное поколение роботов-уборщиков клубники. Эти машины были разработаны для автономной работы на ферме. Используя передовые системы компьютерного наблюдения, Агробот E-Series может точно идентифицировать спелую клубнику и аккуратно собирать ее, не повреждая плоды или сами растения. Эта технология предлагает экономически эффективное решение трудоемкого процесса сбора клубники, позволяя фермерам экономить время и сокращать трудозатраты. Antonio Carrara TTR 4400 HST – это надежный и универсальный компактный трактор, который идеально находит свое применение при решении различных задач.
Сочетание мощности, удобного контроля, комфорта и универсальности делает его ценным инструментом для фермеров, подрядчиков, ландшафтных дизайнеров и других профессионалов, которым нужен надежный и эффективный помощник при выполнении работы. Он одновременно и стильный, и практичный. Колесные траншеи-копатели New Eagle – это тип оборудования, используемого для рытья земляных траншей для прокладки труб, кабелей или дренажных систем. Эти траншеи-копатели известны своей долговечностью, эффективностью и универсальностью при работе на различных типах местности. Для трудных земляных работ гусеничные траншеи-копатели часто предпочтительнее колесных, поскольку могут выдерживать большие нагрузки и работать в более сложных условиях. Pottinger Jumbo 7450 – это высокопроизводительный кормоуборочный прицеп, предназначенный для эффективной и надежной уборки силоса. Это универсальная машина, подходящая для использования в самых разных областях – от крупных сельскохозяйственных работ до небольших операций, требующих использования более компактного и маневренного прицепа. Прицеп оснащен инновационной конструкцией ротора, который обеспечивает быстрый и эффективный поток растительной массы, что приводит к качественному измельчению с минимальными потерями. Одним из самых больших и впечатляющих роторных экскаваторов в мире является Bagger 293, также известный как «Монстр Лигнита». Эта массивная машина, изготовленная немецкой компанией Takraw, имеет высоту более 96 метров и весит более 14 тысяч тонн. Bagger 293 приводится в движение электродвигателем, который выдает до 18 тысяч лошадиных сил на массивное ковшовое колесо машины. Мобильная рубильная машина Jens Hem 820DQ от Noller Landschaftspflege впечатляет своим высоким потенциалом производительности. Рубильный барабан приводится в движение непосредственно вспомогательным двигателем. Все остальные компоненты – кран, нагнетательный вентилятор – приводятся в действие двигателем грузовика. Спиральный ротор гарантирует особенно плавную работу машины. Новая защита от поломки контрножа значительно снижает риск выхода из строя в случае попадания посторонних предметов. Гибрид Jens SF Hacker Hem 821DQ Cobra Plus – это мощная и инновационная дробилка для древесины, предназначенная для работы в тяжелых лесных условиях эксплуатации, а также для производства биомассы. Машина оснащена рядом функций безопасности, включая систему автоматического отключения и кнопки аварийной остановки, которые помогают защитить оператора от несчастных случаев и травм. Гранулятор Крон Премос 5000 – это высокотехнологичная машина, предназначенная для переработки различных сельскохозяйственных материалов в высококачественные кормовые гранулы. Премос 5000 оснащен мощной молотковой мельницей, способной дробить и измельчать широкий спектр материалов, включая кукурузу, пшеницу, ячмень и соевые бобы. Затем измельченный материал прессуют в плотные гранулы с помощью современного гранулятора. Современный комбайн для уборки сахарного тростника оснащен рядом передовых функций и технологий. Одной из наиболее важных его особенностей является способность машины срезать листья со стеблей сахарного тростника, а также срезать стебли у основания. Эти процессы выполняются одновременно, что значительно повышает эффективность сбора урожая. Еще одной ключевой особенностью современных комбайнов для уборки сахарного тростника является их способность точно измерять и взвешивать собранный материал. Unitrak 92P5 – это универсальный многофункциональный грузовик, предназначенный для использования в самых различных областях.
Эта машина, произведенная немецкой компанией Busher Municipal, обладает широкими возможностями настройки, что позволяет адаптировать ее для удовлетворения конкретных нужд каждого, кто ее использует, включая уборку снега, кошение травы и перевозку грузов. TerraTech LS Grip – это новый тип колес, разработанные для моторизованных газонокосилок, которые сочетают в себе преимущества как пневматических шин, так и шипованных металлических катков. Эта инновационная технология обеспечивает исключительное сцепление с почвами разной породы, сохраняя при этом маневренность и устойчивость традиционной газонокосилки. Это отличный выбор, обеспечивающий удобное и эффективное кошение травы на любых видах поверхности. Гусеничный трактор Fanzelt Moritz с двумя двухножевыми косилками, разработанный компанией от BB Umwelttechnik, это инновационная технология, сочетающая в себе преимущества гусеничного хода и системы кошения. Эта система предназначена для эффективной работы с растительностью, особенно на пересеченной местности, где традиционные косилки не справляются. Технология разработана с расчетом на повышенную устойчивость. Вилы для тюков являются важной частью сельскохозяйственной техники, которая используется для перемещения и транспортировки больших тюков сена. Они состоят из набора прочных зубцов, прикрепленных к трактору или погрузчику, что позволяет фермерам легко поднимать и перемещать тюки из одного места в другое. Одной из популярных моделей вил для тюков является серия TDD от Geowheel Maschinenbau GmbH. Их можно использовать с тюками самых разных размеров и форм, что делает их идеальными для различных сельскохозяйственных работ. Vermeer T655 – мощная универсальная машина, предназначенная для выполнения тяжелых траншейных работ. Она оснащена рядом передовых функций, позволяющих с легкостью копать даже самые твердые почвы, что делает ее незаменимым инструментом при проведении строительных и сельскохозяйственных работ любой сложности. Траншеекопатель оснащен электронным контролем уклона и цифровым дисплеем. Выравниватель ландшафта T1255-7 оснащен рядом дополнительных функций, которые помогают повысить его эффективность и производительность на строительной площадке. Он оснащен габаритным барабаном, который способен с легкостью дробить камень, почву и другие материалы, что делает его универсальным решением для различных земляных работ. Это не только помогает снизить вредное воздействие на окружающую среду, но и повысить безопасность рабочего процесса. Прототип ходячего трактора John Deere представляет собой практичную машину, предназначенную для лесозаготовительных работ. Такой трактор способен передвигаться по пересеченной горной местности, а также по снегу и болотистым участкам. Он оснащен 6 шарнирными ногами, что позволяет ему двигаться вперед и назад, в стороны и по диагонали, а также поворачиваться на месте и перешагивать через препятствия. Кроме того, машина оснащена умной компьютерной системой, которая контролирует все функции перемещения. Механический траншеекопатель TESMEC M5 – это мощная и универсальная машина, предназначенная для рытья траншеи в различных типах почв и условиях грунта. M5 – это надежное и эффективное решение самых сложных задач при проведении земляных работ. SWETRAK TMF2821 – это мощный и экономичный вилочный погрузчик, специально разработанный для разгрузки тяжеловесных лесоматериалов. В сочетании с лесовозом Volvo FH12 он образует прочную и мощную комбинацию, используемую в лесной промышленности. Этот вилочный погрузчик предназначен для лесных складов и лесозаготовительных площадок, где требуется легко перемещать большие и тяжелые бревна.
Лесовоз, в свою очередь, Volvo FH12, предназначен для эффективной и надежной перевозки древесины. Серия MTM от компании Dango Endenental – это выдающаяся модель, известная своими исключительными возможностями захвата, поворота, подъема и наклона колец. Обладая грузоподъемностью 15 тонн, эта машина предлагает надежное и эффективное решение для различных промышленных применений. Одной из примечательных особенностей серии MTM является мощный, но тихий дизельный двигатель. Эффективность двигателя позволяет машине обеспечивать высокую производительность при минимальном расходе топлива и выбросах. OXE-E – это инновационный запатентованный электрический трактор с автономным управлением, который работает на 100% электроэнергии и питается от кабеля, подключенного к трехфазной сети 380 вольт. Первой уникальной особенностью OXE-E является его кабельный источник питания, длина которого может достигать 1,5 километра. Что касается энергоснабжения, то стоит учитывать, что многие сельскохозяйственные предприятия в настоящее время вырабатывают часть своей электроэнергии за счет собственных гидроэлектростанций, солнечных, ветряных или биогазовых установок. Spirinx SK487AT3 City Boy – это инновационный мобильный башенный кран, сочетающий в себе универсальность, маневренность и надежность. Что отличает SK4807AT3 City Boy от других, так это подключаемая гибридная система e-Drive, которая предлагает значительные преимущества с точки зрения снижения выбросов, энергоэффективности и эксплуатационной гибкости. Кран может быть подключен к источнику питания, что позволяет ему работать в электрическом режиме. А это значительно снижает уровень шума и устраняет локальные выбросы. Это делает его подходящим для работы в городской среде и на восприимчивым к таким проблемам территориях. Гусеничный контейнеровоз TerraMac RT14R – это универсальная и надежная машина, предназначенная для широкого спектра работ в сложных условиях. Она оснащена прочной гусеничной ходовой частью, которая позволяет ей легко преодолевать труднопроходимую местность. Прочные гусеницы обеспечивают отличное сцепление и устойчивость, позволяя машине работать на болотистых, каменистых или неровных почвах. Это делает ее полезной для таких отраслей, как строительство, горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство и нефтегазовая промышленность, где необходим доступ к удаленным или сложным местам. Базука Farm Star Wolverine – это передовое сельскохозяйственное оборудование, предназначенное для эффективного перемешивания и перекачки жидкого навоза на фермах. Эти машины специально разработаны для работы в отстойниках, ямах и других хранилищах. Они отличаются прочной и долговечной конструкцией, что позволяет им эффективно работать в сложных условиях сельскохозяйственной среды. Конструкция машины позволяет эффективно перемешивать навоз, разбивая твердые частицы и обеспечивая надлежащее перемешивание для равномерного распределения питательных веществ. Синтрак – это универсальная и высокопроизводительная машина, предназначенная для целого ряда задач, включая обслуживание дорог и кошение травы. Благодаря своей прочной конструкции и расширенным функциям, Синтрак отлично подходит для эффективного кошения травы вдоль дорог и выполнения других задач подобного рода. Одним из заметных преимуществ Синтрак при скашивании дорожной травы является его исключительная маневренность. Новая пила Minimax – это ультрасовременный и компактный электроинструмент, который обеспечивает исключительную производительность резки, обладая при этом достаточно компактными габаритами. Эта инновационная пила разработана для удовлетворения потребностей как профессиональных столяров, так и энтузиастов-любителей, которым требуется универсальный и эффективный режущий инструмент.
Несмотря на свои компактные размеры, пила Mini Max отличается мощным двигателем и острым режущим диском. Он способен делать точные чистые пропилы в различных материалах, включая дерево, пластик и даже некоторые металлы. Горнодобывающие экскаваторы класса P&D-4100 с приводом переменного тока стали ключевыми действующими фигурами мировой горнодобывающей промышленности, способствуя повышению производительности, эффективности и надежности. В этих экскаваторах используется система привода переменного тока, обладающая многочисленными преимуществами по сравнению с традиционными системами постоянного тока. Технология привода переменного тока обеспечивает более высокую мощность, улучшенное управление и большую эффективность, что позволяет оптимально использовать энергоресурсы. Усовершенствованная система питания обеспечивает более короткое время цикла работы, увеличивает производительность копания и улучшает общую производительность. Green Climber LV800 Pro – это инновационная косилка с дистанционным управлением, предназначенная для легкого преодоления сложной местности и крутых склонов. Она специально разработана для скашивания и ухода за растительностью на крутых склонах, холмах, насыпях и других труднодоступных местах. Благодаря прочной конструкции и мощному двигателю, эта косилка с дистанционным управлением может эффективно преодолевать уклоны до 60 градусов, обеспечивая при этом превосходную производительность кошения. Косилка оснащена удобной системой дистанционного управления, которая позволяет оператору маневрировать машиной с безопасного расстояния. REG Grasslage Verteiler Black Edition – это инновационная машина, специально разработанная и предназначенная для точного и равномерного распределения травяного силоса в животноводстве и производстве кормов. Она, как правило, используется в системах кормления, где травяной силос необходимо равномерно распределить по большой площади. Машина сконструирована таким образом, чтобы выдерживать сложные условия сельскохозяйственных работ и обеспечивать длительный срок службы. Она легко справляется с крупными объемами травяного силоса и сохраняет свою производительность даже в сложных условиях. Harvester Rotnia H8 громко заявила себе в качестве лидера рынка, установив планку качества в лесной отрасли. Разработанный компанией Rotnia, известным производителем с богатой историей производства высококачественного лесозаготовительного оборудования, H8 сочетает в себе передовые технологии, прочную конструкцию и превосходную производительность, обеспечивая непревзойденную эффективность и производительность. Грабли для кустарников TRK-T1688 специально разработаны для работы с густой растительностью, включая кустарники, небольшие деревья и другие нежелательные насаждения. Они имеют крепкую раму и изготовлены из высокопрочных материалов. Это обеспечивает прочность и долговечность, позволяя навесному оборудованию надежно работать даже в самых тяжелых условиях. Безопасность является ключевым фактором при разработке этих кусторезных граблей. Они оснащены важными функциями защиты как оператора, так и окружающей среды во время работы. Тяжелый гусеничный трактор пока что это скорее концепт, который пойдет в производство, если хорошо покажет себя в полевых испытаниях. Система орошения для регионов, где часто дуют сильные ветра. Орошение происходит внутри передвижной закрытой камеры, что препятствует улетучиванию опыляемого раствора. Траншеекопатель для торфянистой почвы. Благодаря острым лезвиям торф режется ровными блоками. Роторный культиватор с параллельным удобрением почвы азотом. Благодаря специфической насадке культивация почвы происходит параллельно с насыщением грунта азотом. Сборщик урожая для низкорастущих злаковых культур. Многие виды гибридных сортов злаков требуют специальное оборудование для их сбора.
Вот это я понимаю чудеса сельскохозяйственных технологий. Таким арбузом можно накормить небольшой городок.